Среди миллиардов галактик во Вселенной наш Млечный Путь только один. Он во всех отношениях обычная галактика. Длиной 100 тысяч световых лет. Здесь сотни миллиардов звезд. Почти потерянная в этой гигантской куче одна средняя звезда. В масштабах Вселенной она незначительна. Тем не менее, это самое особенное место во всем космосе. В орбите этой звезды единственное место во всей Вселенной, где мы точно знаем, что есть жизнь. Прекрасная планета. Наша прекрасная планета — мир воды, сверкающий голубым цветом в лучах нашей звезды. Две трети ее составляет океан. А сверху парят облака, управляемые океаническими течениями. Все это покрыто тонким коконом воздуха, который защищает нас от радиации звезды. Три смелых исследователя собираются покинуть безопасную Землю. Американец Терри Виркс, россиянин Антон Шкаплеров и итальянка Саманта Кристоферетти. Их миссия — провести 6 месяцев в космосе, чтобы изучить микрогравитацию, сделать биомедицинские исследования и наблюдать за Землей. Они закрыты в маленьком металлическом коконе. Русский космический корабль движется со скоростью 28 тысяч километров в час. Их пункт назначения — Международная космическая станция. Ее строили 16 стран. Это исследовательская лаборатория, тренировочная база и обсерватория. Все это работает от энергии Солнца. Поистине фантастический пример того, чего мы можем достичь, работая вместе. Запуск.
Это была захватывающая поездка. Буч описывает волнительную сцену. Когда я наблюдал за Антоном, он был очень взволнован, делал перевороты и почти ударился об потолок. Саманта, тот взгляд на ее лице, он был захватывающим. Он буквально раскалял комнату, он был изумительным. Саманта вспоминает свой первый вид из космоса. Я не могла устоять, чтобы не заглянуть. Я видела только, как Земля величественно протекала, как река. Знаете, я не знаю, что такое счастье, но в тот момент я была на самом деле счастлива. Купол — это магическое окно. Только в нем открывается вид на нашу планету, нас самих, прошлого, настоящего и будущего. Особенно трогательно для меня было проходить с Атлантики через Гибралтар к Средиземноморью. Мне казалось, что я совершаю то, о чем мечтали путешественники из мифов и легенд прошлого. Прямо от Средиземноморья через Гибралтар, который считался концом света. Больше 500 лет назад исследователи преодолели буйный край Южной Африки. Как знамение будущей торговли, они назвали его мысом Доброй Надежды. В то же время восхитительные Карибы манили бесчисленными богатствами нового мира. Более 30 тысяч лет назад путешествующие аборигены из Азии принесли свои духовные узы на континент, который сейчас мы зовем Австралией. Перед тем, как достичь берегов Новой Зеландии, люди народа Маори из Полинезии в маленьких каноэ преодолели расстояние в тысячи километров через Тихий океан. Домом для древней цивилизации инков стал самый длинный хребет в мире – Анды. Длиной в более 70 тысяч километров они расположились через самые экстремальные климатические зоны на Земле – от ледяных полей до пустынь. Намиб в Африке – самая старая и сухая пустыня в мире. Из космоса можно увидеть климатические зоны. Великие озера Северной Америки захвачены льдом и снегом больше трети года. Также можно увидеть свидетельства сурового прошлого планеты. Удары астероидов оставили отметины на ее поверхности. Этот кратер в Квебеке 100 километров в ширину. Земля все еще живая. Вулканы извергаются сквозь ее поверхность. На полуострове Камчатка в России их больше 100. А сейчас о своем опыте расскажет Терри Бёрдс. Одна из самых прекрасных вещей, что можно увидеть из космоса, это ночная гроза. Есть определенные части планеты, где грозы просто удивительны. Юго-Восточная Азия и особенно Центральная Африка. Ты видишь тысячи вспышек в минуту. Ощущаешь невероятную мощь, когда думаешь об огромных ударах молнии, которые разражаются у твоего дома, и они такие громкие, что пугают, и собака прячется под стол. А когда видишь это из космоса, их одновременно очень много. Это поистине поразительно. Ты видишь воронку диаметром 40 километров в центре урагана или тайфуна. И это поражает. Тайфун Майсак был удивительным.
Я никогда не видел ничего подобного. Глаз тайфуна был таким большим и четким, что ты понимаешь, это энергия и мощь. Мощная энергия. Кстати говоря о грозах, каждая капля воды тщательно нормируется. В космосе нет душа. Ты не можешь просто включить воду. Вместо этого у нас что-то вроде влажных полотенец. Но они довольно хорошо очищают, и помыть голову не такая уж и проблема. В принципе, мы стараемся перерабатывать всю воду, то есть урину, пот, влажность воздуха. Это встроено в систему. Система кондиционирования также перерабатывается в воду. Она неэффективна на 100%, поэтому у нас на станции также есть контейнеры с водой. Космический корабль для пополнения запасов называется «Дракон» и прибывает из Флориды. Это один из первых коммерческих кораблей, доставляющих припасы. Он доставляет еду, воду, оборудование. И без этого мы бы не прожили на станции несколько дополнительных месяцев. Но на Земле у нас нет кораблей с припасами. Это почти как миссия на Марс, когда ты знаешь, что не получишь припасы и нужно брать все с собой. Когда мы все вместе занимаемся грузами, это буквально организованный бедлам. Люди и пакеты летают туда-сюда, и нужно все разложить по своим местам, потому что в обратном случае ты все это потеряешь. Ты их не найдешь, потому что их очень много, тысячи предметов, и невозможно запомнить, куда положил каждую вещь. Поэтому нам нужна база данных. Однажды мы потеряли 35-сантиметровый тарированный ключ и не могли найти 5 недель. Он просто залетел в какой-то закоулок, а потом нашелся. Я люблю спать в полете, поэтому я не прикрепляю спальный мешок к стене. Я просто закрываю глаза, парю и засыпаю. Буч и Терри готовятся к космической прогулке. Снаружи станции много сложных систем, и иногда их нужно ремонтировать. Если хочешь выйти наружу, конечно, нужно выжить в открытом космосе. Этот костюм позволяет это сделать. Буч впритык помещается в костюм. Но это также означает, что когда нужно его надеть или снять, это занимает немало времени. Выйти из люка или войти в него — это целая операция. На нас очень много оборудования. Рюкзак или шлем так и норовят удариться о люк. Когда ходишь, нужно хвататься за вещи перчатками. На солнечной стороне станции около 300 градусов. А когда заходишь в тень — минус 275. И это ощущается внутри костюма. Мои кончики пальцев на солнце будто в огне. Немного от усталости, но в основном от жары с солнечной стороны станции. Поэтому я их все время загибаю и стараюсь найти тень, чтобы они остыли. Это просто невозможно представить. Хорошо, Буч, мы их возьмем. Так как можно потеряться, нужно всегда привязывать себя к станции. Трос на катушке — это конструкция, похожа на удочку. Она всегда натягивает его. Ты можешь быть вверх ногами, запутанным и полностью потерять свою пространственную осведомленность и не понимать, где находишься. Если не быть осторожным, можно легко запутаться в этой конструкции. Нужно тщательно продумывать каждое совершаемое движение. Снаружи станции не просто тротуар. Это джунгли из проводов, оборудования, металлических решеток и тросов. Если ты случайно порежешь перчатку или космический костюм об острый угол, это может спровоцировать утечку, и если она будет достаточно сильной, ты умрешь. Самое сложное в космической прогулке для меня — это вылезать из костюма. Единственный способ освободить Буча от верхнего корпуса, который мы придумали, — это толкать и трясти, пока он, наконец, не сможет сам освободиться от костюма.
Дыши. Ну вот. Праздники в космосе были отличными, но, честно, я соскучился по дому. Конечно, мы не хотели остаться без Санты. Кого точно не хотел излить, так это Санта-Клауса. Поэтому мы прицепили молоко и печенье к воздушному шлюзу. Мы не были точно уверены, как он попадет на космическую станцию, но предположили, что воздушный шлюз у нас будет выступать в роли камина. Для твоей стрижки. Круто. Я думаю, это тайное послание, что мне нужно подстричься. Я говорю на трех языках. На английском, русском и теннисийском. Говорят, что когда учишь русский, первые 10 лет самые сложные. Так и есть. А потом неожиданно бум, и уже пора домой. Космический корабль «Союз» готов забрать Буча, Сашу и Елену домой. Конечно, с нетерпением ждешь возвращения домой, к жене, к семье. Ты не видел их 8 месяцев. Время поговорить с Дереком, не подведи. Но, конечно, это очень депрессивное чувство, покидать людей, с которыми провел 6 месяцев. Потому что люк закрывается, их больше нет, и ты понимаешь, что часть твоей жизни закончена. Ты больше не окажешься в одной команде с этими людьми. Это грустно. По-настоящему грустно. Пока, дружище. В космосе, без гравитации, которая притягивает вниз, ты растешь. И я вырос почти на 5 сантиметров. К сожалению, как только я вернусь на Землю, я их потеряю. С нулевой гравитацией, без нагрузки тяжести, твои кости и мышцы очень быстро ослабнут. Для экипажа чрезвычайно важно много заниматься спортом для того, чтобы оставаться в форме. По расписанию мы должны заниматься каждый день по 2,5 часа. Сюда входит кардио и этот чудесный тренажер, который называется Эрит. В нем можно делать приседания, становую тягу и жим от плеча. Это отличный пример того, какой у нас плотный график. Я работаю над уборной. Здесь много сантехники, клапанов, которые нужно заменить. И все это, пока Саманта выполняет упражнения. Это оживленное место, и важно держать его в рабочем состоянии. Так, Саманта, еще немного уберу здесь. Я все время шутила, что его не допустят до полета, пока он не сходит со мной к парикмахеру, чтобы узнать, как стричь мои волосы. Из всей работы астронавта это пугает больше всего. Одна из важнейших обязанностей экипажа на станции — это изо дня в день наблюдать за тем, что мы не можем так четко увидеть на Земле. Что происходит с нашей планетой и как мы ее меняем. Изначально наш дом был полон густых, зеленых лесов, животных и растений. Так как нужно было кормить больше людей, нам пришлось расчищать землю для ферм. Но когда уничтожаются деревья, страдает вся система. Огромные леса, некогда покрывавшие остров Мадагаскар. Можно увидеть, как много их исчезло. Без корней деревьев, удерживавших краснозем, он стекает по холмам, загрязняя реки и исчезая в море. Редкие животные, такие как лемуры, теряют свои дома. Огромный тропический лес в Бразилии продолжает исчезать. Это дом для практически половины видов, живущих на Земле. За последние 40 лет более 100 миллионов гектаров леса были вырублены или сожжены. Из космоса можно увидеть,
Гигантский шлейф дыма, проходящий через сотни километров тропического леса. Тысячи видов навсегда исчезают из-за дыма. Из-за сжигания лесов углекислый газ и другие парниковые газы выбрасываются в атмосферу. Мы всегда принимали свежий воздух как должное. Но теперь мы знаем, что ископаемое топливо, которое мы сжигаем, также выделяет облака загрязнения в воздух, который мы дышим. Они заполняют атмосферу газами, которые провоцируют климатические изменения. Как результат, повышается температура на Земле. В Калифорнии это затрагивает самый ценный ресурс в мире – воду. Калифорния из космоса выглядит прекрасно. Она выглядит, будто гигантской ложкой зачерпнули мороженое. Но она коричневого цвета. Видно, что земля здесь продолжает засыхать, и что понадобится много дождя. В попытках сохранить засохшие культуры мы использовали грунтовые воды. Настолько много за последние 75 лет, что уровень земли опустился на 9 метров. Жизнь хозяев ранчо и фермеров зависит от прав на воду и от того, кто из какой реки может ее брать. Даже такие города, как Сан-Диего, Лос-Анджелес и Феникс, полностью зависят от их доступа к воде. Бассейн реки Колорадо поставляет воду для 40 миллионов людей в 7 штатах. Водохранилища, которые обеспечивают работу системы, теряют воду с тревожной скоростью. Им требуется огромное количество талого снега для подпитки, но снежные шапки с каждым годом сокращаются. Водохранилища Калифорнии вскоре могут высохнуть. Я никогда не видел Гималаи, и их необъятный размер просто поражает. Они простираются на тысячи и тысячи километров. В тени горы Эверест несколько огромных рек мира начинают свой путь через индийский субконтинент. Они поставляют воду для питья, орошения культур, религиозных мест. Но сейчас возрастание температуры провоцирует таяние ледников на плоскогорьях. Водоснабжение более 500 миллионов людей теперь находится под угрозой. К тому времени, когда воды достигают дельты Ганга, они впитывают все виды загрязнений, а затем попадают в море. Но такие проблемы могут быть решены. И когда мы работаем вместе, иногда у нас все получается. Когда я был ребенком в 70-х, в Чесапикском заливе было грязно, рыбы и крабы исчезали, и было большое ограничение. Нельзя было вылавливать окуня и другие виды рыб. Его привели в порядок, и через несколько десятилетий он стал прекрасным местом. Это отличная история успеха сохранения природы. Вокруг гигантская вселенная, но нигде нет места, подобного Земле. Это прекрасная планета. У нас есть воздух, чтобы дышать, вода, чтобы пить, у нас есть еда. У нас есть система, которая идеально подходит для поддержания жизни миллиардов людей. А ведь столько усилий нужно вложить в создание одной лишь космической станции. Но что, если бы вся вода с поверхности Земли исчезла? Это произошло с нашей соседней планетой Марсом. В отличие от Земли, у Марса нет магнитного поля. Без защиты
Его атмосферу унесло с планеты солнечным ветром. И если бы вы сегодня оказались на Марсе, вы бы увидели безжизненную пустошь. Очень холодную и сухую. Но на Земле все происходит совсем не так. Ледники тают с невиданной ранее скоростью. В Гренландии камеры замедленной съемки зафиксировали откол ледника размером в 60 квадратных километров. Ледовый щит Гренландии тает. Если растает весь ледовый щит, уровень моря поднимется на 6 метров. А по мере повышения уровня моря будут тонуть низменные прибрежные районы. Может исчезнуть Новый Орлеан. Но мы могли бы изменить это, установив лимит на производство парниковых газов. Нам нужно начать все больше и больше считать себя членами экипажа этой планеты, а не пассажирами. Ничто не дается бесплатно. У вас есть ответственность за других членов экипажа, как у нас на космической станции. Это сложнее реализовать, говоря о миллиардах людей, но это мышление, к которому следует стремиться. На станцию прибыл новый экипаж. Двое россиян. Геннадий Падалко и Михаил Корниенко. И американец Скотт Келли. Миссия Скотта и Михаила — провести здесь полный год, чтобы изучить, как на них повлияет длительное космическое путешествие. Скотт скоро предоставит данные для исследования. Одним из недавних открытий, касающихся воздействия невесомости на физиологию человека, является влияние, которое оно оказало на наши глаза. Некоторые члены экипажа во время длительного путешествия сообщали, что заметили ухудшение зрения. То, что нужно, Скотт. Давай продолжим осмотр. У нас теперь есть кофемашина, которую разработали в Италии. И мы впервые можем насладиться хорошим эспрессо в космосе. Долгожданное изменение. Я попробую выпить его из этой чашки с нулевой гравитацией. Посмотрим, что будет. Это эксперимент. Было бы приятнее выпить эспрессо из настоящей чашки, а не из мешочка. Посмотрим. Ух ты! Неплохо. Отлично. 6 месяцев прошло, и Терри, Саманте и Антону пора вернуться домой. Это и радостный, и грустный отъезд. Увидимся на Земле! Прибыли 3 новых члена экипажа. Они приступили к особому проекту, который будет очень важен для будущих длительных путешествий на другие планеты. Лучшие результаты получаются в этом розовом свете. Экипаж пытается вырастить урожай без почвы. Чел Линдгрен, американский доктор, следит за прогрессом. Это был удивительный эксперимент. Мы не только вырастили растения в космосе, но еще и съели их. Товарищ Чела по экипажу Кимия Юи из Японии. Мне понравился салат.
А Кими, кажется, не фанат овощей. Его отец выращивает салат. Так что, думаю, он к нему привык. К счастью, скоро прибудет свежая еда. На этот раз на японском испытательном корабле для поставок. Стыковка корабля завершена. Он как золотая коробка с сокровищами. Коробка с сокровищами? Мы приближаемся к Англии и ее великому городу Лондону. Справа от английского канала находится Франция и славный город Париж. А за ними Европа. В дневное время сложно сказать, что на Земле есть люди. Не видно никаких следов человечества. Но ночью тот же вид рассказывает совершенно иную историю. Легко увидеть, насколько заселена наша планета и как много людей собралось в городах. Сейчас вы можете увидеть такие известные города, как Амстердам, Брюссель. Столица России – Москва. Яркие города Японии – Осака, Нагоя, Токио. Любимые Рим и Неаполь. Италия ночью выглядит очень современной, потому что невероятно яркая. Это плотно населенная страна, поэтому можно увидеть все города. Форму этого сапога, который тянется к средиземноморской темноте, можно отчетливо разглядеть ночью. Это чрезвычайно красиво. Волнистая ленточка света — это река Нил, освещенная людьми и протянутая от пустыни к воде. Каир сияет, как драгоценный камень в корне дельты. Слева — Израиль и города Тель-Авив и Иерусалим. Я думаю, что один из самых удивительных видов, которые я видел, проходил через Южные Штаты и Флориду в Карибское море и через Багамские острова ночью. В полнолуние можно увидеть лазурную воду в районе Багамских островов, вплоть до Кубы, через Доминиканскую Республику, Гаити, до Пуэрто-Рико и Виргинских островов. Невероятно. Рыбацкие лодки очень видны ночью, особенно много зеленых рыбацких лодок видно в Азии и Таиланде. Днем и не скажешь, что в океане есть люди, но ночью много людей рыбачат. Это видно. Видно и где я родился. Мур Фрисборо выглядит как маленький бриллиант под Нэшвиллом. К северу от этого Луисвилл, конечно же, и чуть дальше Индианаполис, Питтсбург. Затем слева Великие озера и, конечно, города Грин-Бэй, Чикаго, Кливленд, Баффало. Затем на восточном побережье Ричмонд, Вашингтон, Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк, Лонг-Айленд. Это невероятно красиво. Бостон, Кейп-Код очень заметны. Превосходный вид. Затем города Канады. Торонто, Оттава, Монреаль. Квебек. Астронавты часто замечают, что из космоса не видно национальных границ. Но бывают исключения. Оранжевая линия света разделяет Индию и Пакистан. Хотелось бы, чтобы такого не было, но это есть. У нас разные идеалы и представления, и это вынуждает нас создавать границы. Это печально.
Самая заметная граница ночью – это граница между Южной и Северной Кореей. Сеул в Южной Корее – один из самых ярких и оживленных городов на планете. Вся Южная Корея ярко светится до самой границы. А в Северной Корее в это время полная тьма. Немного света только в Пхеньяне, хотя на обоих сторонах одинаковое количество людей, и различия в жизни людей очень, очень заметны. Мексиканский залив при свете луны. И большие города – Даллас, Хьюстон и Сан-Антонио. Пейзаж вокруг них горит тысячами нефтяных и газовых факелов. Чтобы удовлетворить наши постоянно растущие потребности в энергии в будущем, нам придется разрабатывать новые источники энергии в гораздо больших масштабах. И один из них – наше Солнце. Когда космическая станция перекрывает свою лицевую часть на 400 километров ниже, можно увидеть солнечные батареи, которые обеспечивают ее мощность. Здесь, на Земле, мы должны перестать ловить солнечные лучи и научиться создавать энергию, как это делает Солнце, с помощью ядерного синтеза. Задача состоит в том, чтобы построить ядерный реактор, который будет обеспечивать достаточную мощность для всех наших нужд. Если мы сможем придумать, как воспроизвести это, то можем создать огромное количество энергии и перестать загрязнять планету. Солнце также облучает нас смертельной радиацией. Без защиты большинство живых существ не сможет выжить. Но наша Земля обладает магнитным полем, которое отталкивает от нас вредные частицы. Северное сияние показывает эту защиту в действии. Поскольку у нас есть это волшебное магнитное поле, защищающее нас, у нас есть наши леса, океаны, животные и люди. Поэтому мы на планете жизни. Что поражает меня, когда я смотрю на Землю из космоса, так это то, что ее действительно можно визуально воспринять как космический корабль. Я слышала ранее о представлении Земли в виде космического корабля, но когда находишься там, этого чувства не избежать. Совершенно очевидно, что это небесное тело, которое несет всех нас, все человечество, всю жизнь в большое путешествие сквозь космос. Космическая станция создана человеком форпост, который позволяет нам выживать в этой враждебной космической среде. И Земля делает то же самое, но для всех нас.
Конечно, я могу представить будущее, в котором люди могут путешествовать в другие звездные системы. Поэтому я очень надеюсь, что в какой-то момент произойдет прорыв в науке и технике, который позволит нам путешествовать быстрее света и исследовать различные звездные системы. Задаетесь ли вы вопросом, есть ли планеты на орбитах других звезд? Может ли там быть жизнь? И хотя пока мы не можем путешествовать туда сами, наши телескопы могут. Астрономы уже открыли несколько тысяч планет. Мы ищем среди звезд идеальные условия, чтобы было не слишком жарко, не слишком холодно и с жидкой водой. Мы зовем это зоной золотой середины. Мы можем обнаружить планету, когда она пересекает звезду, блокируя ее свет. Это система, которую мы обнаружили. Кеплер-186. Она находится на расстоянии в 500 световых лет от Земли и содержит замечательные 5 планет размером с нашу. Самая важная и самая отдаленная из них — планета Кеплер-186f. Она находится на идеальном расстоянии от своей звезды для того, чтобы на ней могла быть вода и жизнь. Может ли она быть еще одной Землей? И в конце важны только две вещи. Великое приключение исследования и понимание принципов работы нашего мира, чтобы расширить границы возможностей человечества. А вместе мы можем совершать великие открытия. Если все мы будем вносить свой вклад для наших детей и правнуков, наша Земля всегда будет прекрасной планетой.